жалеешь, братан, что 10 лет потерял? Да нет, что-то потерял, на что-то нашел. В этой жизни самое главное себя не потерять. Я вижу все взгляды издалека на меня. Многие твари хотят убрать меня. Мои враги желают мне зла. Не хотят, чтобы я остался. Но я скажу им не сегодня. Не сегодня. Говорю им не сегодня. Когда страдала семья, за пару дней мы остались на нулях. Мама плакала ночами, рядом не было меня. 2016 не забуду никогда. Повидал много дерьма вдали от своего дома. Ночи без сна и мысли только о свободе. Я научился многому, пока текало время. Я ведь не был виноват, видит Бог, но не система. Это события из моей жизни, там, где каждый день звонит.